Всем привет, с вами канал Art Mania. Сразу извиняюсь за посторонний шум соседей, которые не могут помолчать никак. И давайте с вами приступим к обзору бегемотик Бонди. Такие вот в местном магазине деревни. Они стоят 20 рублей, не знаю, сколько будет стоить у вас. Это жевательный мармелад в виде каких-то вот таких вот бегемотиков разных. Здесь у нас витамин С, ПП, В5, В6 и С с натуральным соком. Когда покупала, думала, что это все-таки для детей. Так, 70 грамм. Сейчас найдем состав. Состав. Вот состав. Но тут состав, конечно, оставляет желать лучшего. И добавки, и все такое. Когда я покупала, увидела бегемотика и вспомнила, что есть детское печенье с бегемотиком. Почему-то мне показалось, что это детское. Так, сегодня у нас такая тарелочка. И давайте откроем. Наконец-то. Так, вот они. Смотрите, в основном здесь красные. Блин, ну они такие малюсенькие. Это я не знаю, что-то с чем-то. Здесь вот видно, что должен быть какой-то с мячиком, сидячий. Ну, какие-то прямо это. 4, кстати, разных. Красный, красных очень много. Зеленый 3 штуки. Розовых вообще нету. Оранжевых тоже несколько штук. Есть желтый, кстати. Желтый есть, но тут желтого что-то нету. Зеленый, а розовых нет вообще. Вот он. Такими штучками. Видимо, красный это и есть розовый, по всей видимости. Кстати, очень пахнут, прям вкусно. Вот так вот они мягкие, кстати, очень. А, тут лежачий. Здесь на упаковке такого нету, по-моему, лежачего. Разные. Круто. Здесь вот привет говорит. Красные. Разнообразные, по-моему. Что ли, или нет? Ну, короче, они... А, ну вот. Тут красный. И тут красные. Вот видно, что они красные вроде. Хотя, фиг знает. Короче, вот такие. Их довольно, кстати, мало очень. Здесь написано 70 грамм. Не знаю. Тут, мне кажется, тут меньше 70 грамм. Но они очень такие ароматные. Давайте попробуем их. Какие же они у нас на вкус. И желтый. Тут желтых нету, а тут есть. Опять производитель обманывает. Давайте попробуем оранжевый. Мне интересно, они все с разным вкусом или одинаковые? Пробуем. По вкусу, да, они похожи, кстати, очень на апельсиновый мармелад. Как будто это был апельсин. Давайте попробуем с вами красненький вот этот. Интересненький такой. По вкусу, знаете, мармелад и мармелад. Довольно, если они вот так вот трогаешь их, они
мягенькие, то на самом деле они очень-очень жесткие, да. Ну, они обычные, да. Не очень жесткие, но обычные. Если бы они были побольше немножечко, было бы, конечно, лучше гораздо. На вид, если вот так потрогаешь, они мягенькие, но на самом деле они довольно жестковатые. И на вкус, ну, это просто мармелад такой особенного вкуса. Не чувствуется. Чувствуется, ну, представляешь в голове, что, наверное, должен быть это апельсин. Вроде апельсин. Здесь вроде красная ягода, наверное, какая-то. Пытаешься почувствовать ягоду. То есть вот так вот. Ну, ароматный, да, такой вкусный, сладенький. Неприторно-сладкий. Вкусный. Вот. Ну, жестковатый, конечно, жестковатый такой. На сегодня это все. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока.